Поехали. Привет, Укры. Это снова Феникс. Сегодня 31 августа 2014 года. Вы уже объявили снова о том, что вы взяли наш 20-й блокпост возле города Шахтерска. Обратите внимание, я здесь стою. Тут стоят мои боевые товарищи. И вас здесь не... Да, вас здесь вообще не наблюдается ни одного. Но наблюдаются следы присутствия натовцев, а точнее вот их шоколад. Шоколад. Смутно. Обама, привет! Обама, ты меня увидишь! Я знаю об этом! Так вот, упаковка натовского сухпая. Украина объявила о том, что шоколад. Вот. Вот что кушают укры. Пауза. Вы как на Семеновке нас в очередной раз взяли. Где? Я не помню. Так, ребята, взяли наш 20-й блокпост или как? Или где? Где мы сейчас находимся? Мы его охраняем. Вот это, кстати, братья. Пулеметчик, автоматчик. Утесовец. Да, утесовец и пулеметчик. Наши замечательные братья, от них будет отдельный сюжет. Вот, ребята, взяли они наш блокпост или нет? Где мы сейчас находимся вообще? Мы находимся на 20-м блокпосту. Да, ну а чтобы зрители не сомневались, мы сейчас поднимемся и покажем. Так. Вот, ребята, это 20-й блокпост, который, согласно сообщению украинских СМИ, только что взяли украинские войска. Я обрадую вас, ребята, нас только что взяли украинские войска. Так. Не получится у них это. Вот он. Так, что-то я не наблюдаю украинских войск. Я наблюдаю наши ДНРовские войска Новороссии. Вот. Идет работа в обычном режиме. Проверка машин. И так далее. О! Вот кто взял этот блокпост. Так, это наш боец. 3 дня тому назад. Да. Забрали мы этот блокпост в свои руки. Напоминаем, сегодня 31 число, 31 июля. Вот. Они его разбомбили спотяжка. Ну, остаться у них здесь не получилось. Мы приехали и забрали его себе. Вот так вот. А они сообщают о том, что только что нас завоевали. Все нормально, идет транспорт. Все. Привет, Обаме.